Сейчас упадет. О, щит! О, щит! Оу, щит, я не понимаю! Всем йоу, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи Клинц, Антифа и Хайпер, и сегодня мы продолжаем проходить на сраны в CSGO! Всем йоу, пацаны! Привет, подписчики, где? Хей, там, чуваки. Ну что ж, друзья, наверняка каждый из вас когда-нибудь видел такое шоу по телеку, которое называется «Полное уничтожение». Наверняка каждый из вас видел шоу «Полное уничтожение». Это игровое шоу, в котором участники Шоу «Полное уничтожение» — это игровое шоу, в котором участники соревнуются в прохождении самой большой в мире полосы препятствий. Вот, и сегодня мы... Господи. И сегодня мы будем заниматься примерно тем же самым. Нам нужно пройти огромную полосу препятствий и дойти до самого конца. Вот такие вот дела. Приятно, погнали. Спасибо. Ну что ж, друзья, все, мы начинаем. Погнали. Нет. Погнали, все. Погнали, все, заебал. Итак, участники, вы приготовились? Да, готовы? Да, ну да, все, да, давай, да, давай, да, давай, да, давай, давай. Ну это еще очень. Че? Понял. Я понял. Так, ладно, парни, все, вторая попытка, но сейчас посерьез. Все, приготовились, погнали. Смотрите прикол, смотрите прикол, смотрите прикол. Здесь самое главное, нет, только без флешек. А, это Леша флешки кидает, я понял. Это он ловушки там активирует нам, понятно, что... куда, что? Почему я упал, я прыгнул. Ну что, дорогие друзья, телешоу продолжается, наши участники приготовились и готовы побеждать. О, все, прошли, найс. Так, а что? Клавиатура застряла. А что делать тут надо? Я ничего не понял, я умер. Пацаны, пацаны. Флешка. Тут надо, короче, тоже... А я тоже умер. А что тут надо было делать вообще? Контрол, потом прыжок. А, ты просто так прыгал, что ли? Да. Идиот. Бывший суприм, ребята. Так, подожди, подожди, подожди. Опа, она... А, ну тогда все, теперь... Так, парни, что здесь делать? Я не понимаю. Я а, надо что? Надо тоже вот эти штуки перепрыгивать. Просто перепрыгивайте их. Ничего не вижу! Ничего не вижу! Стой! Нормально, я живу. Ой, я выжил. Я не понимаю, обо что я там умираю. Об эти красные штуки, об эти красные штуки. Я отдыхаю. Паш, вот это на самом деле... Так, все, пацаны, следующий этап. Давайте, все, работаем. Слепо, смотрите, слепо. Только не слепо, пожалуйста. Нифига не видно же, Леха. Пожалуйста, так. Лёш, дай нам шанс пройти это. А теперь я останавливаю. Я жив. Я тоже еще пока жив. Да когда она сломается? А что это за молния такая? Все, сломалась, идем дальше. Опа. Ребята. Итак, ребята, наши участники перешли на следующий этап. Здесь надо просто... Допрыгнуть. Я понимаю. Так, а дальше? Подожди, стой. А, не... Во, я только хотел про это сказать. Я помню, что, короче, на телеке, вот на этих штуках, все время иди, они Олег. Падали. Отлично. Олег, иди. Олег. Не особо, если честно, хочется. Вы все равно прыгаете, понятно. А, ну тут, в принципе, пробежать-то можно было еще. Да, конечно. Сейчас второй нажмет. О, я выжил. Я выжил. Я это сделал. Смотри, Олег, вот сейчас побежишь, да, и туда пойдешь. Так я ж не знал, что там дальше будет. Я тоже. Еще одно движение, и вас скинет нафиг. Бегу, 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 бегу! Прошел, парни! Найс! А какого фига? А у тебя... Давайте, пацаны, идите, идите, пацаны. Реально, погнали. Ему приходит, ему приходится выбирать. А, подожди, а тут как это? О, мамочки! Нет, Олег, иди к финишу. Да, Андрей, тут, подожди, тут проблема, понимаешь? Тут надо как-то... Я уже рядом. Аккуратненько. Олег, а как я допрыгну здесь, Олег, как я допрыгну? Подожди, подожди, о, подожди. О, это вот так кнопка и работала. Подожди, подожди, я пройду это. Олег. Ну что, уважаемые участники, кто готов первый пройти это испытание? Всего одна попытка, чтобы вы понимали. Пока, Паша. Его попытка из расхода. Андрюш, держись. Андрюш, держись, давай. Ты первый, я второй. Давай, я прямо за тобой иду, Андрей. Я прямо жду, когда... Олег, это же есть. Так, смысл, а извините, я... Нету нормально, так, а вот эта штука почему не активируется? Блять! Да, Андрей, я вижу, как это есть, я вижу. Не, я просто не помню. Что? Надо пройти, Олег, надо еще раз попытаться, Олег. Надо попытаться это сделать. Все понятно, Андрей. Здравствуйте. Все понятно. Мы с тобой профессионалы, давай. Так, подожди, здесь нужно просто высчитать тайминги. Проходим, проходим, давай. Давай, Олег, иди сюда, быстрее. Ты, Лех, вернулся обратно, ты что здесь забыл? Ты не участник, Лёх, понимаешь? Ты тот, кто активирует ловушки. Ну-ка вернулся. Ты скам, который активирует кнопки. Да, блин.
Ребята, вы киберспортсмены, как и я надеюсь, в этом режиме. Олег, поэтому смотри. Давайте вперед. Смотри. Смотри, Андрей, резко, давай. Резко. Оп. Давай, давай, надо просто на характере все это проходить. Я знаю. Я понял, как это нужно. Да бля! Идиот, я даже ничего не сделал тебе, чтобы Лошкет, суждено тебе. Засейвился, молодец, но ничего не нажимал. Так, подожди, сейчас подождем. Ты можешь перепрыгнуть, держу путь. И прошел, осталось немножко, осталось совсем. Так, вот это слишком быстро активируется. Так, подожди, надо правильно. Так, один раз выезжает, и потом резко, по-моему, сразу она во второй раз смотрит. Оп, да, да, да. И все, сейчас проходим, отлично. Так, а вот эти, мне кажется, Леха активирует. Вот прям отвечает. Нет, они уже активированы, отвечают. Да, конечно. Нет, не активирован. Я активировал теперь. Все, найс. А что здесь? Так, а дальше? Здесь у меня кнопки нету. Давай, миллиардер кофе, все будет хорошо. Сейчас пройду, пацаны, сейчас пройду. Быстрее! Да блин, я пошутил. Так, о, я помню, вот я каждый раз, когда... А, нифига себе, я тут... Что за задержка сраная? Я тут даже идти не хотел туда. Короче, я помню, на телеке тут на этом моменте всегда все падали. Вот прям всегда. Никто это не проходил. Ты пройдешь первый, потом... Чё? Ладно, я даже ничего не сделал. А там вообще какая-то странная система работы, вообще как-то по-другому. Олег, на мячике, быстро! Ну давай, мне вот просто интересно, как ты это будешь проходить. Я сейчас нажму на нее, изи, Олег. А чё меня толкнуло в прошлый раз? Я не знаю, я изи прошел. Я сейчас кнопку нажму. Тут, смотри, тут прыжок, по-моему, увеличен. Здесь он как-то по-другому. Там гравитация. А, ну все, я прошел. Так, подожди, а что за оружие там лежит? Чик-чик, я прошел, блядь. Так, подожди, а у Леши где-то еще, наверное, ловушки должны быть, да? Нету. Нету? Посмотри, вот здесь или есть? Так, подожди, у меня вопрос, смотри. Ага. Да прыгнуть! Прошу. Так, Андрей, Паша! Ну почти! Так, подожди, мы это пройдем. Наверное. Рано, Олег, а удачи не пройдешь, чтобы ты понимал, потому что нам это интересно, такая вот вещь. А, как я понял, смотри, у меня есть эта догадка. Тут ускорение дается, и ты должен пролететь. Ой. Он остановил. Лех, нафига ты остановил? Олег, квадратик надо. Я ж запрыгнул в квадрате. Ну что, уважаемые участники, вы готовы? Понятно, минус один. Так, стой. Квадрат лечу, квадрат. Давай. Ой, блядь. А, парни, это тяжело. Ох ты! Ох ты! О! Да блин! Да почему? Парни, здесь нельзя допускать ошибок. Паша, это, в принципе, большая жизненная ошибка. Андрюша, давай, получится. Получилось! Ну почти. А там надо сразу спуститься? А я в прошлый раз квадратик прыгал. Либо Олег проходит, либо он просто сам минусует. А я в квадратике активированный. Да почему? Так, ладно, парни, десятая попытка, но мы справимся. Мы сможем. Я не полечу. Вольник, я полетел в квадрат. Полетели! Тупо да я же... Андрей, ну ты что? Я ожидал. Да вы, пацаны. Понятно. Так, ладно, хорошо, сосредоточились. Полетели. Спокойно, он нажал. О, да! Я убегаю. Ты все равно умрёшь. Пацаны! Опа! Это не все? Давай! Да, ёлки-палки, я думал это... Подожди, и то есть мне нужно запрыгнуть сейчас вот сюда. А что он там куда хочет? Петушок только может жить. Нет, нет, нет! Да это нереально! Это Unreal Hardcore, парни! Там это... Как? Бля... Ну подожди. Невозможно. Да возможно, Андрей, все возможно. Все возможно. Давай. Невозможно, возможно. Смотри. Ага. Охренеть. Опа! На характере прошел! Опа! Пацаны, поняли, как это работает? Леха, охуенная реакция. А я... Подожди, я помню, я вот прям, понимаете, у меня сейчас флешбеки такие, я прям вспоминаю, когда я смотрел это шоу, что там бочки вот все эти катились. Все это я помню. Тут так, а вот здесь... Твою мать, это другая фигня была, чудо. Так, подожди, а вот тут... Ага. Ой. А, я понял. А, ну все, изи. Отлично. Так, короче, я буду ждать до конца. А это каким боком пройти надо вообще, подожди. Либо проигрываешь, либо все. Сейчас упадет. О, щит. Падай. Падай. Ты такой везучий. Ты охренеть, везучий. Я это прошел! Олег, последнее, все. Нет! Ну это не я виноват, Андрей, это не я! Нам судьба дает еще один шанс, мы должны с ним справиться. Мы это сделаем. Забираюсь по водопадику. О, да! Молодец, да, пацаны, я активировал ловушку, все нормально, все в порядке. Отлично. Так, никто не желает пройти, это первый. Я вообще не знаю, если честно, как я это прошел. Ты прошел, ты понимаешь, что ты просто такие идеальные тайминги поймал, когда проходил. Паша просто как-то так вот... Андрюша, беги за мной! Все.
А чё опять не сработало? О! Прошёл! Пацаны, ну это, понимаете, это тупо скилл! Он сейчас нажмёт! Да это не моя! А она не нажимается, понял? Она... А как её пройти? Давай, Андрей, покажи, давай! Олег, смотри, стой, Паша, не стреляй! Давай, давай, покажи! Мне бонихоп подбьёшь, смотри, оп! Реально, смотри, прошёл! Изи! Подожди, стой, жди там, Андрей! Жди там! Изи! Она каждый раз падать будет! Давай, Паша! Да как это? Понятно. Минус один. Так, Андрюша. Давай. Давай. Активирую. Да нет, как вы это проходите, а? Ну давай, Олег, прошу тебя. Олег, тут... Да что ты делаешь? Давайте. Ну давайте, пацаны, давайте. Хорошо. Давай, Олег. Блин. Ну вот и все, Паша. Паша. Давай, Олег, проходи. Да давай ты проходи. Да, Олег. Так, ладно, я сосредоточу... Ну чё, если ты его там выберешь, то мы в любом случае 1-1 останемся. Опа! Опа! Опа, на! Неужели, бля, спасибо. Ну чё, пацаны? А давай, Лёша, на АВП с тобой. Ты там где? Чё? Ну-ка покажи себя. Сиськи покажи. Личико своё нет. Ну давай, ладно, Лёш, ну чё ты там встал? Ну скажи, пожалуйста, а. Ух! Это? Ух! Это? Да нет, стой! Да! Это было красиво. В смысле, 90 хп, да. как? А вы медуза! Ну что ж, дорогие друзья, на этом наше сегодняшнее видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Вы, как всегда, поставили свой царский драгоценный лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были Костя Хайпер, Квейтс и Дипай. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока.